Всем зрителям, подписчикам канала Уральского усадьба, привет! Сегодня у нас 26 сентября 2017 года. Построили мы контейнерную площадку. Контейнерная площадка получилась необычная, а закрытая с двух сторон. То есть, по сути, была установлена пару лет назад одна контейнерная площадка. И сейчас к ней доустановили вторую, такой же длины, только повернутую навстречу друг другу. И получилось у нас типа небольшого павильончика под мусор. В торце у нас сделана дверь. Ой, не в торце, а сбоку. Дверь с шпингалетом временно. В дальнейшем тут будет доводчик стоять. И будет стоять магнит на двери, чтобы посторонние не смогли выкинуть. То есть вот получается у нас старая контейнерная площадка, и пристроили к ней новую. Раньше гаражи такие были, назывались ракушка, чем-то похоже. То есть на три бака место, можно четвертый в принципе поставить. Отдел по ГКМ. Общая ширина получилась 5,7 метра. Вот так это все выглядит со стороны. Вот на этом, пожалуй, все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.